3 июня, город Новосибирск, площадь Ленина, протестная суббота. Член партии КПРФ Владимир Иванов. Владимир, сегодня прошел пленум коммунистической партии, который был посвящен назначению конференции, на которой будет избираться единый кандидат от КПРФ. Напомню нашим зрителям, что только что левые силы провели праймерис, на котором победила Левашова, с чем, я знаю, вы не согласны категорически. Потому что этот праймерис проходил на площадке, которая была как раз, как там, Красное радио, да? Платошкин, на Красном радио. На Платошкинском ресурсе, которому, гнезде, который которому принадлежит, соответственно, Левашова. Поэтому вы с этим не согласны. Расскажите, пожалуйста, как прошел пленум, что известно, какие результаты? Пока ничего не известно, пленум еще идет, он часа в два, наверное, закончится, сейчас только час с копейками. Вот. Ну, какие результаты? Ну, изберут они там, выберут, наверное, какой-то список создадут, в котором будет обязательно Яковлев, которого в конце концов продвинут. То есть, что мы не дети, мы понимаем, к чему дело идет. Поэтому вот. Мы, конечно, сделали предложение по Ганзе Вере Анатольевне. Не знаю, это предложение вряд ли было рассмотрено должным образом. Не знаю, то есть, как там произошло, потому что никаких перед пленумом подвижек в то, что Ганзю там предлагать, вот еще что-то. Ничего такого не слышно было, не видно и не очевидно. А пленум в закрытом режиме производится, чтобы то есть, там никто из посторонних, так называемых, туда не мог проникнуть. А разве это соответствует уставу партии, вот этот закрытый пленум? Да, соответствует. Полностью соответствует уставу партии, то есть партия может проводить закрытый пленум, и в этом нет ничего, все нормально. Ну а в общем и целом, разве не должно быть так, что партия проводит честные опросы, по которым должно быть выявлено, какого кандидата поддерживают все? Вот я сегодня с несколькими товарищами там, ну, на крылечке общался, мы там достаточно жарко подискутировали, вот. У них свои аргументы, у нас свои аргументы, я считаю, что их аргументы неубедительны, вот, то есть есть логика в их аргументах, но эта логика такая... Какая логика? То есть используя Яковлева, да? Она формальная, и она не учитывает противоречий, которые есть в обществе, она не учитывает противоречий, которые есть у нас и в партии в том числе, потому что любые противоречия являются двигателем развития. То есть там, где есть вот какая-то вот такая несостыковка всегда, ну это Гегель. Что мы с Гегелем будем спорить? Диалектическая логика. Он наш такой большой учитель. Ленин говорил, что Гегеля надо учить, изучать. Без Гегеля невозможно до конца, без диалектической его логики невозможно до конца быть хорошим политиком. Вот, и я считаю, что формально-логические аргументы, которые нам приводят, они слабенькие, ну слабенькие, откровенно говоря. А нам нужна аргументация такая, которая приведет нас к победе. Вот, а к победе нас может привести только Ганзя. Ну, единственный кандидат, который более-менее успешно может выдержать прессинг машины власти, потому что она не запятнана, во-первых. У нее там, за ней нет никаких таких вот... Она опытная. То есть, ну, у нее огромное количество преимуществ. То есть, я уже обо всем этом распространялся, обо всем этом говорил. То есть, она очень сильный харизматик. Она очень толковый человек с точки зрения организации. Соответственно, я не вижу аргументации, которая бы могла внятно сказать, почему она не справляется. Да, аргументация, которая приводится, она уже протухла давным-давно. Там, что когда-то она где-то там не побеждала. Там, она с тех пор настолько мощным политиком стала, настолько большую школу прошла, что то прошлое уже нужно забыть. Забыть просто. И сейчас это политик в самом расцвете сил. Она способна много и сильно работать, бороться. Она готова и способна сдвинуть горы. Это самое главное. Вот. И способна проехать с компанией, то есть всю область, например. Да, то есть и поговорить со всеми, кто пожелает с ней встретиться. Это в ее силах. Мы ее возможности знаем. Поэтому, ну, я не говорю, что Яковлев не способен. Но я говорю о том, что у Яковлева такой харизмы нет, чтобы взять и всю область поднять за себя. Вот. А Яковлеву, конечно, не хватает опыта на руководящей работе. Там те вещи, которые есть, это просто, ну, ребята, нет опыта общения с правительством, нет опыта общения в Госдуме. Ну, нет этого опыта. И ничего ты с этим не сделаешь. Но... В Госдуму надо идти, товарищи, сначала, чтобы в губернаторы потом избираться. Вот кроме того, что у него не хватает опыта, так у него еще нет такой поддержки в народе. Он неизвестное лицо. Это поправимо. Это известное, неизвестное. То есть было бы больше времени, можно было бы и рассказать о нем. Но просто здесь качество самого политика, его нужно выращивать. Людей, губернаторов готовят годами. Годами готовят. То есть нужно целую жизнь прожить, чтобы стать губернатором. И у
Ганзи, у нее вот эта прожитая жизнь ее, она прямо вот это как взлет, понимаете? Сейчас сам Бог велел в губернатора идти. Яковлев только в самом начале разгонной вот этой траектории, только в самом начале. Ну что мы в 35 лет человека будем выставлять на губернатора? Что, смеетесь над нами, что ли? Владимир, Кирайте. Но я, как уже говорил, что я не доверяю бюро обкома нашей партии КПРФ, потому что те дела, которые они делают, это сплошные неудачи, сливы, договорники с Ядросом и тому подобное. Вы только на негатив смотрите. И поэтому я считаю, что нам нужно этот бюро обкома менять. Скажите, есть какие-то, что нам нужно сделать для того, чтобы как-то взбодрить наш бюро обкома и чтобы там хотя бы частичную замену членов сделать? Вам нужно сначала быть объективными, научиться. Без этого вы вообще понять не сможете, что делать нужно дальше. А у вас объективности вот сейчас, ну, минусы вы видите. Плюсы где? Вы их не видите. Вас сейчас попробую назвать, какие плюсы вы знаете. Вот у Локтя какие плюсы вы знаете. Я не защищаю Локтя сейчас, упаси бог. Начинает меня сейчас полоскать, что я Локтя защищаю. Но вы однобокую подаете информацию. Я не согласен, что я подаю однобокую. Я напомню, что я по своим политическим воззрениям христианин-анархист. И напомню слова Иисуса. Он говорил, по делам их узнаете их. Или по плодам их узнаете их. Плоды – это результаты. Результаты правления это нашего бюро обкома известны. Муниципальный транспорт в городе ходит. И ходит хорошо, как часы. Я вчера, знаешь, имел возможность убедиться. Это что, заслуга бюро обкома? Это в том числе заслуга. В том числе. Потому что за это надо было биться. И у нас хотели это наше ПТП-4 продать частникам. И что бы мы сейчас делали? На жопе бы сидели. Почему сейчас тогда бюро обкома так себя ведет в таком важнейшем вопросе, как избрание губернатора? К выборам губернатора надо было готовиться за год. Осталось 3 месяца. Меньше уже скоро будет. Ничего до сих пор не сделано. Выдвигают кандидата, которые менее достойны, чем тот, который есть. Вот Ганзя, например. Как можно, каким образом вообще вот бюро обкома здесь можно защитить вообще? То есть они в важнейшем вопросе нас подводят. У них своя аргументация. Мы эту аргументацию разбили. У нас, понимаете, основная проблема, вот основная претензия к ним, это то, что нет вменяемого диалога, нет общения. Так это не по уставу партии. Да, здесь по уставу, не по уставу. То есть вы что, сейчас со своим уставом придете туда и начнете навязывать? Во-первых, КПРФ это не ваша личная партия. КПРФ это партия, на которую мы все смотрим. Есть устав КПРФ, которому нужно следовать. Есть там, не знаю, буква закона, да, а есть суть. А суть такая, что нет диалога с низами, нет диалога с народом. Что-то там в кулуарах они решают и выносят решение, которое, очевидно, плохое. Поэтому как? Это здесь бюро обкома себя самым неприглядным образом показывает. Но имеем, что имеем. Что вы? То есть у меня других коммунистов для вас нет. Где я их возьму? На Луне, что ли, оттуда привезу вам? То есть вам нужно что, чтобы пришел Ленин и начал для вас все делать, что ли? Ну, я уже 100 раз это говорил. Делайте что-то сами, подавайте пример, давайте ориентир. Но я вот с этим НПО попытался взаимодействовать. Не получается взаимодействовать с ним. Там черт ногу сломит в этой организации. Там вместо того, чтобы какие-то понятные правила игры ввести, вот народно-патриотическое объединение, вот это вот, там все, там бардак, то есть там... Ну, там, каждый, там кто, бардак, вы имеете в виду, что и... честный открытый разговор, когда люди начинают разговаривать, спорить, это вы называете бардаком? Я называю бардаком то, что голосование происходит, черти знает по каким критериям. Как вот вы провели голосование, голосуют все, кто пришел. Это что за дела-то такие? От организации один голос или от организации норма представительства? Ну, положено так. Если те, кто пришли, то значит они уже достойны, что они хотя бы оторвались от дивана и пришли навстречу. Слушайте, пришли навстречу люди, у которых есть свободное время. Они бездельники или не бездельники, мы не знаем. Но люди, которые сейчас заняты, в том числе агитационной работой в полях, занимаются опросами, занимаются самыми разными вещами, преодолением муниципального фильтра этого и так далее. Работа до хрена. И мы не можем выделять столько времени, чтобы постоянно посещать каждый раз вот это вот. Ну их. Да. То есть, понимаете, с этим а у них не поспоришь. Этого времени вот просто куда они не знают, куда его девать. И что, мы должны ублажать их, что ли, в этом случае? Не, ну здесь аргумент правильный. То есть от каждой организации должен быть один голос. То есть если это было по-другому, ну, я думаю, что НПО должно что, сделать выводы. Можно договориться, что давайте мы готовы там на каких-то правах, на каких-то прислушиваться. Но когда приходят левашовцы, ну,
платошкинцы, или там, назовем это правильно, ДЗНС, Движение за новый социализм, приходят и начинают просто горлом брать, горлопанить, орать и давить, и продавливать свою кандидатуру на совершенно, ну, то есть это настолько белыми нитками шито, то там разговаривать не о чем, какие праймерис, вы что дискредитируете, зачем дискредитируете саму идею праймерис? Праймерис — это серьезнейший механизм. То, что они там провели, это даже опросом нельзя назвать, понимаете? Это опрос с неясными целями, с неясными результатами. Опрос на контролируемой площадке. Тот праймерис, который пытались сделать команда Левина и вот эта вот вся как бы машинерия, которая организовывалась, сайт и прочее, он просто тупо провалился. Потому что люди не готовы оказались, они не провели как следует технической подготовки. 38 или сколько, или 42 человека там проголосовало всего из 2000, которые зашли и пытались проголосовать. Это что, нормальный результат, что ли? Где там праймерис? Что вы будете с этим теперь делать? Да что, послать нахрен их и все. Ну а какой-нибудь новый праймерис контрольный будете проводить? Нам необходимо эту ситуацию разрешать позитивно, ее нужно устаканивать. Это вопрос какой? Мы должны этот механизм уметь использовать. Он должен работать. Он должен работать. Это эффективный механизм. Почему мы от него отказываемся? Я понять-то не могу. Это про праймерис вы говорите? Это праймерис, да. А вот то, что сделали, это, ну, это, знаете, ну, курица лапой лучше делать. Вы предлагаете по новой праймерис проводить? Я предлагаю сейчас, во-первых, хорошенько подумать. У нас президентские выборы впереди. Это не фигня какая-нибудь. То есть нужно праймерис проводить на очень серьезном уровне. Вот, хорошенько подумать, как проводить. Ну, разве не нужно сейчас натренироваться? Потому что если мы вот так вот проваливаем губернаторские выборы, ну, значит, на президентских будет еще все хуже. Потому что когда будет президентский, против нас противодействие будет намного больше. Это противодействие все преодолевается. То есть у нас есть разные. Я вижу, как мы сейчас это преодолеваем. Просто смешно и грустно одновременно. Люди понятия не имеют, что такое праймерис, понимаете? У них розовые пони в голове. Вот мы сейчас проведем праймерис, мы вам всем покажем, как нужно правильно делать. И что в итоге вы сделали-то? Это просто, понимаете, я после этого к Левину стал гораздо хуже относиться. Хороший человек вроде бы, но вы нас так подставили, как так можно-то вообще безобразно относиться к делу? Это вы взяли, дискредитировали хороший инструмент. Для чего? Что, задание такое было или по дурости это все? Вообще, то есть здесь слов нет. Ну, зачем? Владимир, что дальше будет? Дальше будет интересно. То есть есть информация, которую я сейчас не буду озвучивать. Но, то есть, как бы, есть там информация по локтю, что там с ним будет дальше. Вот. И я думаю, что у нас будут большие потрясения. Вот большие потрясения нам нужны. И давайте просто делать большие потрясения, потому что терпеть дальше это все просто невозможно. Дело в том, что нужны, не нужны, это вообще полностью наплевать. Дело в том, что большие потрясения будут, несмотря на то, что хотите вы их или не хотите. Они приходят, они вас спрашивать не собираются. Ну, это диалектическая логика. Ну, понимаете, революционная ситуация, она зреет независимо от того, что вы хотите. Революционер вы или контрреволюционер, если ситуация вызрела, она бахнет. И здесь революционером является тот, кто знает, как из этой ситуации выбраться без потерь или с минимальными потерями. Революционер знает, как из революции выйти в нормальную жизнь, а не тот, кто там бегает с красными флагами там, или какой-то занимается подрывной деятельностью. Зачем это все? Мы должны наладить жизнь наладить. А сейчас, то есть у нас, ну, мы стоим на пороге грандиозного шухера. Владимир, последний вопрос, если вам будет нечего добавить. Вопрос такой, вот наши зрители... Особенно те, кто сейчас из новосибирцев нас смотрит, из Новосибирской области. К чему вы их призовете? Что им делать для того, чтобы мы все-таки избрали народного губернатора, а не опять очередную марионетку подставную? Нужно изобрести машину времени, переместиться где-то в район 22-го года осени. Вот, допустим, ну, в сентябрь, октябрь. Вот. И поставить вопрос серьезно. Отмести всех вот этих вот болтунов, которые здесь нам имитируют деятельность. Это я говорю конкретно вот Левин. Это конкретно вот, вот эти вот Ляпкины все. Вот это вот трихомундия, которая там собирается. И они на меня обижаться будут. Ну, извините, ребята, вы обосрались. Вот, извините, конечно, но вы просто нас подставили очень сильно, измазали нас своими субстанциями, нам этого не надо. Вот, изобретаем машину времени, в 22-й год перемещаемся, готовимся как следует, обсуждаем все эти кандидатуры открыто, широко, гласно, проводим опросы,
Проводим все положенные мероприятия понемножку, постепенно. Никакой единорос не проскочит, ни у какого травникова шанса не будет. Машину времени. Все понятно. Понимаете? То есть вы считаете, все, выборы что слили. Выборы мы уже слили, да? Да, ну куда? Ну, вы до выборов, 10 сентября выборы. Лето вот пройдет, летом никто работать не, ну, как правило, не работает. И все, и ну что? Ну какие? Что, агитация будет сильно? Хорошо, что нам уже делать тогда пропустим. Вообще, в принципе? Если с губернаторские выборы мы уже по-вашему слили, что делать-то дальше? Народу нашему. Не то, что слили. Я просто скептически отношусь ко всем этим делам. Я знаю, что ну будем мы бороться или не будем мы бороться, то есть против денег, против машины, которая за нас наточена. Ну на вас едет танк, а вы сидите, ну там даже пусть с пулеметом. Что вы делать-то будете с пулеметом со своим? Вот он едет, танк, все. Он прятаться уже... по своим квартирам? Прятаться, спрячьтесь, да, вот, в окопе спрячьтесь, над вами танк развернется пару раз, и все, и это ваша могила. Не спрячьтесь, ничего не получится. Вопрос, у нас картина простая. Губернаторские выборы, это не, на них свет клином не сошелся. Будут президентские выборы, потом выборы в ЗАГС Собрание, Горсовет. Горсовет, ЗАГС Собрание будут принципиальные выборы, принципиальные. Потому что либо мы свой город сдадим полностью, и его будут грабить проклятые буржуи, либо мы свой город сможем отстоять. Да, я не сомневаюсь, что после вот всего, что здесь произошло, очень трудно будет сейчас победить Савельева. Трудно будет победить. Но надо готовиться к этому. Извините, вот сейчас, если мы говорим о машине времени, она нам не нужна для того, чтобы побеждать... В будущем. В будущем, да. Мы сейчас можем начинать готовиться. Готовьтесь! Готовьтесь, изучайте, общайтесь между собой, договаривайтесь, какие-то дела делайте вместе. И когда вы плечо товарища почувствуете, локоть товарища, когда вы поймете, что вот можно на этого человека рассчитывать. Понимаете, ведь вот эта ситуация с попыткой провести праймерис, она показала, кто есть кто. Ну, по-честному, давайте скажем, кто есть кто. И вот с некоторыми товарищами мы дальше уже не пойдем. Все, свободны, товарищи, все. В любом случае, все мы левым должны идти, все левые вместе. Мы должны мириться с, левые, да. С коммунистами и с народно-патриотическим объединением. Все мы должны идти вместе. Если кто друг друга, будем гнать поганой метлой. Кто друг друга не... Да, имитаторов мы... без бюро обкома мы должны гнать поганой метлой. Имитаторов надо гнать прежде всего из вот этих вот организаций, которые говорят, что они левые. Вот откуда надо гнать. Вот сейчас. Отовсюду надо имитаторов гнать. Ну, я согласен, но смотрите, сейчас получается какая история? Что-то все ищут врагов только в бюро обкома. Да, ну потому что это наша главная партия. И они, сейчас основные, партия, основные действующие КПРФ. Лица. Вы на эту партию будете влиять, когда вы станете членами КПРФ. Тогда а на выборах влиять. Кто поддерживает? Люди поддерживают КПРФ. Люди поддерживают, на выборах. Конечно, разумеется. Почему? Потому что другой партии нет. Ну, вот и я про то же и говорю. Поэтому есть там такая позиция, о, это наша партия, вы к нам не лезьте, она вообще никаким образом, ни в какие ворота не влазит. Я не так говорю, вы влиять не сможете, пока сами вы не в КПРФ. Вступайте, боритесь, делайте что-то, из-под флага партии. Сможем влиять, никуда они от нас не денутся. Ну, я заметил, как, то есть, знаете, вы пришли с ультимативными заявлениями, начинаете рассказывать нам, как нам жить правильно. Я, знаете, сколько раз такое встречал? И в жизни это никогда не срабатывает, никогда. И вот эти вот угрозы, там, мы там локли, что-то это. Я почитал это письмо. Ну, предварительно имел возможность познакомиться. Там ничего такого особенного, чего мы не знаем, нету. Там все из открытых источников. Ну, значит, надо писать второе письмо. Какое второе письмо? О чем? Господи, боже мой. Это наивность политическая. Вы политические дети, получается. Понимаете? Ну, это что за розовые пони-то у вас в голове? Вы почему думаете, что кто-то будет с вами считаться, если у вас 30 человек, а против вас 1600? Вот, нас должно быть много. Да вот это ключевой момент. Вы никого к себе привлечь не можете. Вокруг вас тусуются только люди, подобные вам. А таких людей не хорошо, много. Хорошо, а где вот эти замечательные, прекрасные люди тусуются, которых много, и чтобы мы к ним присоединились? Если мы такие... Да вы не на их языке разговариваете. Недотепы. Ну, да, покажите, где эти ну, прекрасные люди. Ну, посмотрите, вот какие репортажи вы снимаете. Посмотрите, с кем вы разговариваете там. И что? Вы не на том языке с людьми разговариваете. Вы массовки нашей вот массе непонятны. Это основная масса нашего народа вас не поймет никогда. Вот в чем дело. И вот эти вот пространные речи никто слушать не будет. Мы с вами тут 30 минут записываем. Кому это нахрен надо? Ну хорошо, давайте тогда заканчивать. Владимир, спасибо большое за такое эмоциональное, честное выступление. Уважаемые зрители. Оно не эмоциональное, нормально. Уважаемые зрители, пишите, пожалуйста, в комментариях вот по поводу того, что Владимир сказал.
что нужно нам говорить и как нам нужно себя вести, чтобы нас основная масса нашего населения понимала и, наконец, чтобы у нас народ объединился. Правду и говорите. Чего вы эту всю ботву нам рассказываете? Какую-то тягомотину. Спасибо, Владимир. Ждем вас на нашем канале.